Ну, обо всех своей семье нравится заботиться, как они же мои родные люди. Поэтому и забочусь. О Тиме, моей собаке. Я с ней, бегаю. Но она играет нечестно в догонялки. Она меня за руку. Мне еще нравится заботиться о доме, когда я один со школы прихожу. Там прибирать все. Заботиться, наверное, о ближних своих, о домашних. То есть о семье. О себе? О себе. О себе во вторую очередь уже. О детях. Нравится. Мне, о своей семье, о своем ребенке, о своих животных. Почему? Я не знаю, это заложено во всех нас. Само, наверное, детство, воспитание, наверное, такое. О цветочках и о животных. Цветы, потому что они радуют глаза, потому что как мы за ними ухаживаем, так они нас и радуют. И о животных, потому что это любовь в ответ, такая простая любовь, и намного больше иногда, чем даже от людей мы ее получаем. О детях друг от друга, о своих близких. Это и называется любовь, я бы добавила. Да. А от себя скажите. От себя? Мы еще забыли про нашего зверя, про нашу собаку Питоса. Тот тоже как маленький ребенок. Такие же глаза, такая же забота, такое же внимание, ласки от него то же самое. Уже сидит дома, уже нас уже пикает, ждет и говорит, когда же вы будете дома, то мы соскучились. О любимых людях, о молодом человеке, о родителях, на бабушке. О любимом коте. Как его зовут? Тиша. О животных. Это мое хобби, я этим занимаюсь. Вот. О детях. Заботиться. То, что они наше продолжение, продолжение рода. О детях, о себе нравится, чтобы быть красивой, нравится себе, своему мужчине любимому, разумеется. В первую очередь, я думаю, наверное, заботиться это в первую очередь о семье. О своем маленьком племяннике, которому 3 годика исполнилось. Семья это, наверное, самое главное и важное. Цель в жизни и заботиться нужно о ней. А потом уже думать о себе и об остальных.